У Дворца культуры автомобилестроителей проходит универсальная выставка-продажа. На ней представлены мед, белорусские конфеты, вкуснейшие фруктовые конфетюры, различные мясные деликатесы, трикотаж, изделия из шерсти, саженцы из различных уральских питомников и многие другие высококачественные товары по доступным ценам. Всего на несколько дней у ДК автомобилестроителей развернула свои ряды уже полюбившаяся МИАСЦам выставка-продажа. Здесь самый актуальный на сегодняшний день товар. А теперь обо всем по порядку. Начинаем готовиться к предстоящей зиме. Изумительные шерстяные изделия из Урюпинска и Оренбурга. Носки, шапки, шали, варежки, манишки из козьего, собачьего, кроличьего, овечьего пуха. Вам известно, что осень – тоже благоприятное время для посадки растений. На ярмарке представлены саженцы плодов и ягодных культур, цветы, приспособленные к выращиванию в условиях уральского климата, от Уральского научно-исследовательского института плодоводства и картофелеводства, а также екатеринбургская фирма «Цветы Урала». К вам мы привезли наши цветы, которые можно посадить дома, они уже укорененные, это не голландские, а именно наши уральские, они у вас будут расти, цвести, вас и радовать, либо посадить в огороде. Как раз у нас сейчас идет осенний ассортимент, посадочка, она уже заканчивается, но сейчас идеальные температурные режимы, 0 градусов, можно смело садить. Мед. Он по праву считается королем биологически активных продуктов. Еще с древности люди знали о полезных его свойствах. На выставке представлены различные сорта меда от 200 рублей за килограмм. Для сладкоежек – конфеты из Беларуси от фабрик «Спартак» и «Коммунарка», которые работают с 1905 года и сохраняют лучшие традиции качества, до сих пор работая по советским ГОСТам. Большой выбор – нуги, чак-чака, рахат-лукумов. Экологически чистое производство и только натуральные ингредиенты. Вот главный секрет вкуса и пользы. У нас очень хороший ассортимент белорусских карамелей. Имеются восточные сладости и знаменитые белорусские шоколады от фабрик «Коммунарка» и «Спартак». Тоже очень высокого качества на любой вкус. От молочного до очень горького. Имеются с различными наполнителями. Вот такие вот замечательные 200-граммовые подарочные варианты. В них 8 долечек, каждая в отдельной фольге. Для детей, людей, заботящихся о своей фигуре и вообще для здоровья, натуральные конфитюры из разнообразных ягод и фруктов на основе пектина. Очередь у прилавков с мясными деликатесами. Настоящая буженина, приготовленная в русской печи, сало, окороки, всевозможные колбасы. Впервые в МИАСе рыба волжская и северных рек. Муксун, эльма, омуль, сазан, толстолобик, жерик, форель холодного копчения, а также вяленая чихонь и вобла. Это и многое другое ждет вас у ДК автомобилестроителей 9, 10, 11 октября с 10 утра до 7 вечера. Валентина Домарадская, Юрий Карпов, программа «24 МИАС».